Так, друзья мои, всем привет! Сегодня видео будет про установку маяков. Нахожусь я на объекте, где наши дорогие застройщики сделают ремонт, после которых нам приходится его доделывать. Короче, вот смотрите, обратите внимание, вот наша стена. А здесь вот я в ремонт делаю ванной комнаты, а вот эта стена лицевая, которая досталась нам от застройщиков, и с ней, короче, тоже что-то нужно сделать. Ну, я предложил заказчику, чтобы как бы потом кто-то другой не пришел и не колдовал здесь над завершением моей работы, я предложил ему: давай я тебе установлю маяки и заштукатурю эту стену, ну, то есть сделаю ее ровной. Итак, с чего мы будем начинать нашу работу по отштукатуриванию данной стены по маякам? Естественно, с установки маяков. Вот таким вот образом располагаем маяки. Раз, два, три, четыре, пять. Высота нашего потолка 245 сантиметров. Расположив маяки в таком порядке, мы сейчас сделаем отметки на стене, потом можем с помощью лазера нарисовать черточку, а можем просто устанавливать маяк. Если у вас есть два лазера, который может дать вертикалку и вертикалку по торцу, тогда вы можете сразу это делать. Если же у вас один только лазер, тогда устанавливаете лазер сначала вертикально по стене, делаете отметки, по которым будете накидывать штукатурку и устанавливать маяк. У меня их два, так что я с этим заморачиваться не стану. Устанавливать маяки мы будем шестерка. Это маяк шестерка. Ну, для тех, кто не знает, есть их два вида. Шестерка, десятка. Десятка я обычно использую для полов, а для стен подойдет шестерка. Так, теперь нам нужно сделать следующее. Теперь нам нужно взять размер на этой стене. Я обычно делаю 10 сантиметров от стены и 10 сантиметров с другой стороны. Но так как 10 сантиметров у нас здесь не будет, ну, там на колонне, в принципе, я найду 10 сантиметров, и мы сделаем, как обычно, плоскость, равную этим сантиметрам. Короче, сейчас я сделаю отметки по 10 сантиметров, установлю лазер, который нам даст плоскость, и вдоль которой плоскости мы будем делать маяки. Но это еще не все. Перед тем, как установить маяки, нам нужно знать, на какую толщину устанавливать маяк. Когда мы нарисовали наши отметки, решил я не заморачиваться с лазерным уровнем, сделал отметки карандашом, так проще. Так как у нас сама плоскость, она играет. Как вы видели, эта стена — это вообще танцор диска, пляшет как хочет, поэтому нам нужно узнать точный размер, на который нужно установить маячки. Короче, сначала лазер, потом угольник. Угольник у меня такой старенький, потрепанный. Все никак не могу обновить, не получается. Все время забываю. Но хоть он и старенький, но хотя бы есть отметки, по которым можно увидеть наш размер. И лазерный уровень. Упсана. И лазерный уровень. Тут Multiline Control 360 градусов. Вообще классно, суперская вещь. Нравится, уже несколько лет им работаю. И пока еще не задумался о том, чтобы его поменять. Конечно, мысли возникают, но все равно хорошая вещь, работает. И главное, показывает уровень во всех плоскостях. Это самое главное для него. Короче, с помощью него сейчас я буду устанавливать плоскость нашей стены. В общем, поелозив по стенам, вот такие вот отметки, показания нам дает. Здесь вот видите, 11 с копейками. Здесь тоже вот меньше 11. Ну, стены везде разные. Здесь вот 11. Хотя вон там у нас отметка. Хотя там отметка стоит на десятке. И там отметка стоит на десятке. Так, здесь мы что имеем? Здесь мы имеем уже 10 с половинкой. Ну, в общем, везде практически показания одни. Только вот в этом месте у нас 9 с половиной, 9,4. Короче, вот здесь, вот в этом месте, мы устанавливаем маяк на девяточку.
Ну, здесь у нас получается 9,6 с учетом толщины маяка 6 мм. Выводим на 9. Так, и вот этот относительно уже вот этого значения 9 сантиметров мы будем устанавливать маяки. Получается везде, здесь у нас даже 11 сантиметров, получается 2 сантиметра где-то слой у нас обеспечен. Что поделать, кривизна стены дает о себе знать. Такой вот у нас замечательный застройщик, который делает такие ровные стены. Ну что ж, мы для того, чтобы это исправить, поэтому будем этим заниматься. В общем, устанавливать маяки мы будем на штукатурную смесь Волма. И, в принципе, как и штукатурить в дальнейшем, стену будем этой же самой смесью. Я предпочитаю работать с ней, так что и маяки буду устанавливать тоже на нее. А, в принципе, маяки можно устанавливать на любую штукатурную смесь, неважно какая она, никакого она качества. Нам нужно просто для того, чтобы зафиксировать эти маяки в нужном положении на время их использования. После нам они уже будут не нужны, поэтому смысла что-то покупать отдельно, специально ради того, чтобы установить маяки, я не вижу. Поэтому ставим на то, что есть, или на то, что будем штукатурить. Итак, смесь у нас готова, замешана. Все, теперь берем, в общем, ее и идем устанавливать маяки. Так, для начала что нам нужно? Нам нужно эту смесь нанести на стену по нашей отметке. Для этого возьму вот такой вот широкий шпатель и шпатель немножко поуже. И с помощью них, в общем, с ведра накидаем по всей длине нашей отметки эти шлепки. Этот широкий шпатель нам нужен для того, чтобы на него сейчас нанести штукатурку и потом уже спокойно накидывать на стену. Вот таким вот образом. Берем угольник. Как мы помним, наш размер должен быть 9 сантиметров. И догоняем, притапливаем наш маяк точно на отметку 9 сантиметров. Там, где мало, придется добавлять. Итак, первый наш маяк установлен, как и говорилось ранее, на отметке 9 сантиметров. Так, вот такая вот отметочка, 9 сантиметров, вот там. Вот. Так, и теперь, в общем, таким же образом мы устанавливаем оставшиеся 4 маяка по лазеру. Лазер мы не двигаем, не шевелим, потому что он у нас сейчас задает нашу отметку. Устанавливая 4 маяка дополнительно, мы уже будем иметь плоскость, по которому в дальнейшем мы будем с помощью правила, с помощью штукатурки выравнивать эту стену и делать ее такой же ровной, как и наши стены в ванной комнате. Вот такие дела. В общем, делаю дальше, после покажу, что у меня получилось. Ну а в следующем видео мы с вами поговорим про штукатурку, которую будем мы делать на этой стене. И также у нас есть еще одна небольшая работа вот здесь вот на балконе. Обратите внимание, здесь балкон вот в таком вот виде, некрасивый, здесь плита, и нам нужно из нее сделать конфетку, то есть сделать вот здесь ровный пол. Итак, после установки маяков мы имеем вот такую вот картинку. Маяки у нас лежат, стоят, расположены, в общем, как попало. Точнее, не маяки, а стена у нас как попало. Потому что маяк у нас уровень, плоскость, все заданные геометрии соблюдены. Но вот стена, к сожалению, говорит обратное.
Смотрите, здесь вот наверху маяк у меня практически вровень со стеной, ну, чуть зазор есть. Тут у нас зазор около 3 сантиметров, и там тоже внизу у нас уже вровень со стеной. Ну, вот такая вот картинка, короче. Так, ну здесь я уже не буду говорить ничего, здесь уже все понятно и без слов. Ну и здесь тоже 3 сантиметра снизу и почти 0 наверху. Вот такие вот завалы стен, которые нам подарил застройщик. Шикарно, ровно, слов просто нет. Ну ладно, маяки спасут ситуацию. По маякам мы выровняем стены, и у нас будет красивая, прекрасивая картинка. Ну что ж, на этом пока все. Ремонт продолжается, а видео на этом заканчивается. Маяки мы установили, я вам показал, как и что нужно делать. Следующим этапом будет оштукатуривание этих стен, выравнивание по плоскости и по вертикальному уровню. На этом все. Всем спасибо. И до новых встреч на новых видео. Не забудьте поддержать меня лайком. Все, пока.